передачу, ничего не получилось. Очень здорово центральные защитники Фола и Эш читают прорывы с Кавыша и Дембо Дарбо. Вот отличнейший момент. Прорвало. 67-я минута. Стасевич. Стасевич. Наконец-то из своей вот этой вот безобидной позиции, где он часто оказывался, только чаще всего оказывался, в этой позиции где-то и блуждал все время. Постоянно. Вот где-то левый фланг, левый полуфланг, но до этого рядом с ним были соперники. В этой ситуации соперников не было. Наконец-то пошла динамика передачи. Ну и Дембо Дарбо. Вот откуда динамика. Дембо Дарбо, посмотрите, сделал неожиданную передачу в центр на Кендыша. И то, о чем я говорил, очень важно качество пасующих. А пасующими должны быть только полузащитники. Ну как только. Оно так получается, что...